Построен храм и ледовый холм Тондираба. Отремонтированы детские сады и школы. Построено муниципальное жилье и парки в Лоснамяе. За 8 лет работы в муниципальной власти я поняла, что очень много вопросов нуждаются в решении на государственном уровне. Именно для этого я иду в парламент, чтобы защищать и представлять ваши интересы. Моя цель – добиться доступного жилья для молодых семей, достойной зарплаты и пенсий, ужесточение наказания за преступления против детей, а также того, чтобы был остановлен произвол судебных исполнителей. Поддержите меня на выборах в парламент 1 марта. Добьемся перемен вместе. Ольга Иванова. Избирательный номер 714. Центристская партия Эстонии. Наш курс – перемены.